все хорошо, да? Все у нас впереди. Когда все есть. Продолжать жить надо в деревне. Такое ощущение, что это как бы такие театральные декорации. Вот их поставили на время. Вообще не пью. Ни пива, ничего. Пока. Завязал. Если бы, говорит, эти земли нам, мы бы, говорит, с трактора не вылезали, и тут бы, говорит, на поле и ночевали. О, это очень такой сложный вопрос. Как прожить?